Ребята, всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Я нахожусь сейчас на стенде компании Craft Tool. И сейчас представитель компании расскажет о новинках, которые они привезли на MITEX 2023. Добрый день! Валерий, бренд-менеджер по торговой марке Craft Tool, корпорации Masternet. Вот. В этом году мы участвуем не только с Зубром, представляем наш премиум-бренд Craft Tool и садовый бренд Grinder. Вот. Ну, так как я на Craft Tool и веду Craft Tool, да, расскажу чуть-чуть о нас. В пакете предложений компании это премиум бренд. Вот, все производство, качество товара, его дизайн, его, скажем так, ресурс – это премиум класс. Вот, или ближе к нему. Вот. Ну, начнем, да? Со следующего года мы заводим систему вот, сумок, подсумок, скажем так, хранения, перемещения, кто там на весах, сверху, для молотков, отверток, ну, система. Все мы их знаем, есть у других производителей, есть американский бренд, который, в принципе, такого же качества и системы, замены системы перемещения, как и у них. Здесь представлена маленькая. Совмещается он? Да, он полностью совмещается с тачбилдом. Вот. Чуть-чуть есть изменения, которые сделаны под нас. Вот. Качество материала, изготовление, крепление, удобство, что еще там. Полностью, ну, как бы, торговой маркой тачбилд. Вот. Что здесь? Здесь пока маленькая часть. Весь основной ассортимент будет у нас после Нового года. Смотрите на нашем сайте MaxMaster, вот, на моем канале Craft Tool Profi в Телеграме. Вот. Ну, да, пойдем, наверное, дальше. Да, тут все понятно. Люди, которые этим занимаются, они прекрасно это видят. Да, в следующем году будет полное хорошее развитие вот этой тематики, перчаток. У нас они представлены пока в одном экземпляре. Но эти вы знаете. Это топ наш, все практически ими пользуются, да. Это и в рознице, и в опте. Это самое главное, тут каждый болтик, каждый шурупчик в перчатках, это можно пощупать. Вот, они хорошо на износ. Ну, любые, посмотрите блогеры там, они практически все пользуются ими. Я в свое время давно занимался электромонтажными работами. Это, наверное, первые перчатки, которые мне понравились. Да. Там спенены они вообще супер. Так, что касается здесь. Ну, как бы по выставке здесь... Мы сделали так, чтобы люди видели, что в Craft Tool, из каких товарных групп, ну, мы представлены. Да? То есть там измерительный инструмент, клеевые пистолеты, рубанки у нас очень хорошие, там, очень хвалят там, ножницы, лазерная техника, всевозможные у нас крепежи, ключи, струбцины. Вот. Ну, реально мы стараемся заводить здесь вот. Здесь реально там глазки японские. Уровни магнитные, не магнитные. Вот это топ продаж маленькие 25. Ну, люди, которые розницей занимаются, да, там вот ребята рекламировали там по 90 градусов там, на своих каналах известных. Вот. Так, ну. Что еще? Давайте перейдем как бы к следующему стенду, да? Ну, сейчас кому не лень уже заводят, но мы стараемся все-таки заводить хорошего качества и колуны, и топоры. Здесь очень хороший пластик, не ломучий, держит там до минус 35 градусов, вот, чуть ли не до минус 40 там, ничего с ним не происходит. Тоже хорошие очень отзывы на каналах везде. Вот новинка. Это мы будем сейчас заводить киянки такого типа, посимпатичнее сделали. Вот. Прорезиненные. Да. Ножовки это наши как бы в ассортименте постоянные. Вот здесь это разработка нашей ручки. Вот это мы сами все разработали. У нас есть свое, скажем так, конструкторское бюро, когда ребята мы возили. Это еще было при мне очень давно, когда я возил, мы эти ручки с чего-то там отливали, пробовали руками там все, чтобы было удобно, там 45 градусов. Вот. Ну, очень хороший у нас выбор. Вот, следующий у нас старый катраны. Это японская система, сами японские лезвия здесь.
И очень хорошие у нас, ну, мы не привезли, чуть побольше, там ножовка есть. Очень хорошо по ламинату с ними работает. Вот где-то в трудных доступных местах она сгибается, очень удобно. Но это топ. Вы даже знаете, с кем это можно сравнивать. С красными. Вот, с красными, да. Но я вам так скажу, что по качеству, но если сравнивать соотношение цены, то мы, ну, как бы более выгодно находимся в отношении цены и качества, скажем так, да? Конечно, там за имя, может, люди берут дополнительное, но кто-то хвалит, кто-то там ругает. Но, тем не менее, это у нас в топе продаж. Очень-очень хорошие отзывы, прям отлично. Вот в этом году мы еще привезли с двухкомпонентными ручками и с пластиковыми насадками. Сейчас мы планируем насадки привезти, чтобы они подходили. Вот. Губцевые, ну, это тоже премиум-класс. Насколько я помню, это Тайвань. Вот, поставляется этот производитель в Европу. Вот. Тут достойного качества, хороший товар. Вот. Ну, ключи, все они знают. Да, сейчас я хотел бы чуть-чуть остановиться на автонаборах, да, вот. Здесь полностью, сейчас это пробная просто версия пришла, чуть-чуть тут краска, вот. Здесь мы полностью сами лично переработали ящики, вот. Это очень известный тайваньский производитель. Сейчас это будет линейка у нас, там порядка 80 наборов будет, вот. По цене мы там договорились, здесь очень много наших разработок, именно нашей компании. Сам ящик, зажимы и все остальное. Вот, целая линейка, так привези показать, что у нас есть в ассортименте. Ну, соответственно, да, качество, вот кувалды здесь, вот, какие тут швеллера. Вот. Вот она 8-килограммовая, то есть тут металл идет до конца. Вот она без разрезов. Также вот, да, это проломные буры у нас есть. Тоже приехали показать, что в Крафтуле есть профессиональный именно такой, такая оснастка. Вот. Дальше что? Пневматику активно развиваем. Мы были в свое время представители одной шведской компании. Вот, именно по пневматическим, по скобозабивным пистолетам. Они сейчас как бы уходят с нашего рынка. И мы их практически сейчас начинаем заменять под торговую марку Крафтул. Это новинки тоже этого года. Вот по алюминию, по дереву. Вот. Привезли показать диск, то есть это мы хотим показать то, что мы не просто там в сегменте DIY, а все-таки в профессиональном мы можем изготавливать и привозить более профессиональные, узкоспециализированные вещи. Ты Крафтул, по-моему, никогда не был в сегменте, ну, я DIY. Так, я имею в виду, да, ну, чтобы было понимание, да, серия тисков в этом году, ну, вот реально там один производитель синий такой ушел, вот, и мы практически с того же, ну, скажем так, от того же производителя привозим. Это профессиональные вещи чисто, да. Гайковерт это очень любят водители, там, КамАЗов, еще что-то подключается, гайки крутить, вещь. Спасибо. Так, ну, пробежались, а так все, смотрите на, скажем так, за новинками на телеграм-канале на моем, на Максмастере. Вот, спасибо, что вы зашли. Вот, дай бог будем сотрудничать. Очень приятно. Все. До свидания.